да. Ты будешь просто походить? Я сегодня иду на вечеринку со своими друзьями, мы собрались все одеться просто как рок-звезды. Такие самые крутые и крутые. И нужен какой-то прям дерзкий-дерзкий образ. Я выбрала образ Тейлор Мопсон. Как бы тут более нежный образ, а так она вот такая дерзкая, кайфовая. Вот. Вот так. Что для этого нам нужно? Что для этого мы возьмем? Какие продукты? Сначала я, потому что мне нужно сначала помыть голову увлажняющим шампунем, а потом смазать волосы питающим бальзамом, чтобы волосы не питались, были красивыми, ухоженными и тяжелыми, шелковистыми. И на тело тоже намажешь. Вот, и этот бальзам подходит не только для волос, но и для тела. Поэтому это очень круто. Отлично. И увлажнить можно все, что хочется. А для того, чтобы волосы были, как у нашей рок-звезды, я возьму спрей термозащита, затем возьму наш любимый соль. Результат будет плотный.